километр реки Володь. Мы идем на север. Если нас Садко сегодня пропустит, без проблем. Нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывал. Красивая, тихая река, нежная река, добрая река. Река колышется слегка, река над нею облака. В объятия моря дальнего течет она хрустальная. Тихая река, нежная река, добрая река. Называется «Взваться».
что ж, до свидания, река Ловоть. Выходим в Ильмень озеро. Озеро Бурное. Thank you.
впечатление, что их не 6, а 4. Так смотрим, может, это невидимо. Вон уже Юрьев монастырь появился. Это да. Да. Вон он, видно хорошо. Нет, я глазом вижу, а не знаю, камеру. Пытаюсь приблизиться, но пока не могу. Заскакивали в яхту, вернуть карту и лодку. Над именем опять душевно нести. И еще раз на минутку зашли в Юрьев монастырь. Посмотрите, какая там гроза.
солнышко. А там что делается? А мы хотим еще зайти в Рюриково городище посетить. Ну там вообще конкретно. Движется оно сюда, натягивает. На эпицентр там впереди. Смотрите, какие места. Исток реки Волхова. А мы тебя ждем. Расскажи нам, что это за княжий камень. Какой княжий камень? Все. Установлен он в год празднования 1150-летия рождения российской государственности. Цитата из Зиневской летописи повествует о призвании в 862 году Рюрика и начало его княжения. Дача, да? Вообще и это торгово-военное значится по Википедии. Тут какие-то штабы, видимо, разные времена. Вообще упоминается с неолитовых времен еще. Стоянка здесь людей, да? Да. Ой, забыла я. 8 век, что ли, до нашей эры. Виды здесь, конечно, вообще. Не зря здесь поселились люди, да? Ну да, здесь они видели все подходы к ним. Все контролировать можно было. Дворец, много вещей. Церковь, много вещей, много городище. 1130 год. 1342 год. То есть это не дача. Фундамент. Вот это Рюриково городище. Ничего не осталось, да? Информация такая историческая. И доски сгнили все, мы смотри, провалиться можно. Скандинавский костюм, кстати, вот. 10 век. О, это же Лена с Андреем, кстати, точно одевается.
Великом Новгороде. Да. Хороший город. Классный. Рекомендуешь? Да. Окей, очень мы классный. Тебя послушаем. Мы еще когда с тобой гуляли, я там на камеру где-то тоже говорила свой отзыв про город. Очень милый, такой хороший город. Маленький. Ну, в том плане, что не суетливый, такой уютный, спокойный. Масло. Мотор говорит, хочу нового масла. Сейчас попробуем это сделать прямо с борта. Мне нужно будет тряпочка руки вытереть. Вот чистая? Да. Сейчас. Здесь вот у четырехтактного Сузуки находится пробочка слива масла. Соответственно, откручиваем ее и аккуратненько сливаем масло, чтобы в воду не попало. Все просто, если только вот эту пробочку в воду не уронить. Здесь объем литр масла. Так, открываем колпак. Заливная находится вот тут вот. Заливаем масло Сузуки 1040. Сейчас еще один будет лайфхак, как снимать ошибку. Иначе он так и будет мигать. Еще раз. Практически, да, весь литр. Еще можно вот 5 миллиметров долить, как раз полная банка. Литр и ушел. Отлично. Теперь надо сбросить ему ошибку двигателя, иначе он так и будет мигать. А делается это, закручиваем крышку, не забываем.
запускаем, сейчас лампочка будет мигать. Ты меня не слышишь? Значит, что пора менять масло, мы поменяли, он, соответственно, не видит этого. Сейчас сделаем так. Раз, два, три. Опа. Три раза нажать, только после, сразу после пуска. Она загорается после пуска, гаснет, и тут же надо нажать три раза. Тогда система понимает, что масло поменено. Все. Следующие 100 часов. Золотые ручки. Золотые ручки. Делюсь опытом. Что, будем обедать уху? Да. Идти дальше. Конечно, все масло слитое. Нужно залить в оставшуюся бутылку и утилизировать. Забрать с собой, а там уже утилизировать. Вот и все. Это закрываем. Масло в утилизацию. Вот, очень удобно, она вообще не прольется. Все тряпки сюда кидаем. Вот так вот. И в пакет, чтобы не протекло. Двойная поклевка сразу. Ну, плавит. Ждет. Едет. Оп. Все, срабатывает. Смотри-ка. Интересно, что там. Теперь мы на Волхове сегодня ловим. Какая-то. Мне вообще ничего не видно. Тряпка. Лет высох, пора его уже. Капаешь в сапоги. Ой, ты что здесь? Едет еще. Две поклевки разом. Что там, грифель что ли какой-то едет? Что там? Ну вот тут точно опускать. Долго ты ждал. Микрофон. Что хотел сказать? В микрофоне с нее прям. Ой. А вот тут, пожалуй, мы зажарим все-таки. А такая грамм на 600-700. Вторая. Надо эту тряпку снять, а то... Нашли мы маленькую речушку. Сейчас попытаемся туда зайти на ночевку. Что-то
совсем мелко. Маршрут перестроен. Какая глубина? 0,8. Ну, блин, навигатор, это норм. 0,6, 0,5, 0,6, скачет. Метр есть. Сейчас попробуем найти здесь местечко на ночевку. Короче, ребят, вечерело тут у нас. Да. Там вот гроза бушует слева. По-моему, дождь начинается. Ветрюка поднялся. А вон там впереди какой дождь идет. Да, погода шепчет вообще. Значит, погода сегодня мы 86 раз сняли куртки, одели куртки, сняли, одели. Куртки, кофты. Оделись, разделись. Какие березы красивые. Собрался, разобрался. Где березы? А вот там на холме. Мне не видно. Вы приехали, я говорю. Щука плещется, мы приехали. Как глубина? 0,6. Опять дождик капает. Ну, в принципе, вот здесь можно и вставать было. Так и давай, чё? Зачем далеко уходить-то? Ты ж капитан у нас команды. Да, как раз хватит же убрать задницу от проходящих кораблей. Да. Ну, может, там все-таки что-нибудь интереснее есть? Сейчас посмотрим. Сейчас я упаду уже. Но спутника не видать. А, да, он там расширение, там интереснее. Ну и чего, зашли. А там браконьерская сетка. Короче, ребята, остались мы без одного мотора. Просто намоталось километра сети, блин. Оказывается, маленькие речушки тут перегораживают сетями, блин. Смотри. Я сняла уже. Что ты сняла? Сетку. Радуга прямо над тобой. Сейчас будем срезать сетку, выйдем опять отсюда. Сейчас бог его знает, что тут еще стоит. Ну, когда два мотора. Да, один вышел из строя из-за сеток. Идем на втором. Сейчас на второй намотаем. Будет очень нормально. Козлы стоят наперёк сетки, да. Хочешь ты поставить сетку, поставь ты только мышей. Да уроды вообще. Блин, гандоны. Зачем, блин, перегораживать реки? Люди ходят. Не первый раз такая фигня. Вот надо обязательно реку перегородить. Он один тут приехал, блин, а тут все загородил сетями. Это его река. Остался без сетки. Да по делам. Вместе с его сеткой. Ну что, мы освободились от сетей. Всегда имейте с собой ножик, а то можно остаться так руками, потому что сетку рвать не получится. Ура! Идем дальше искать место. Ну что ж, мы нашли другую протоку, ничуть не хуже. Красивое место. Наверное, щуки тут полно. Кто здесь? Как птицы поют красиво. Друзья, мы пошортовались.
Щуки нас атакуют, не могу отбиться. Отпусти малышей спать. Конечно, отпущу. Спокойной ночи, малыши. Ну все, на сегодня... Ах ты! Малыш. Брыкастый. Так, мне нужны плоскогубцы. Все, ребята, давайте до завтра мы ложимся спать. Давайте без давайте. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Сейчас вот отпустим этого гаврика и спать. Спокойной ночи, малыши.